Здорово. В общем, смотрите, у нас сегодня очередной разбор, прокачка от ШМШРН, и в гостях у нас Денчик. Здорово, Денчик. И 105 раз. Знаешь, такая постанова такая. Надо поздороваться в камеру. Да, здорово. Вот, Денчик, так, в двух словах о себе коротко. У меня член 17 сантиметров, я из города Барнаула. Не, ну сколько лет ты там вообще? Мне 24 года, короче. Чем занимаешься в Москве? Чем я только не занимаюсь. Скрип этот, это твоих рук дело, вот этот скрип адский. Вот сейчас там что-то скрипит. Ты приказал этим людям. Что происходит? О чем это? Короче, смотри, ладно, мы сейчас будем что делать, как обычно. Мы будем... Денчик давно не подходил. Да. И сейчас мы будем подходить к живым человеческим женщинам и давать Денчику какую-то обратную связь. То есть... Мне очень сыкотно. Очень сыкотно, ребята. Да, но по Денчику это не видно, поэтому, ребята, это одна из тех... истории, когда вы говорите, я боюсь, она увидит это, типа там, на самом деле по вам меньше гораздо видно всегда, чем вы думаете. Пойдем. Иди сюда. Сюда, иди. Пойдем вместе. Ты, короче, знаешь, как делаешь, то есть ты сейчас не вот прям к ней, ты мимо ходишь такой, типа ищешь места. Пойдем там, вместе, знаешь, так, я заодно это вспомню, что там вообще сейчас надо говорить. Сейчас ты, короче, ищешь такой, типа, о. Что-то ей закидываешь, типа, привет, или там, ну, ты такая леопардовая, там, или у тебя такая прическа интересная. И все, и продолжаешь как бы идти, если она реагирует, ты говоришь, а, я присяду на 5 секунд, а мне как вместе с тобой сесть или что-то стоять? Не, в смысле, сам скажешь прям вот это, да, ну, потому что постарше. Тебе не пофиг ли, Дэн, вообще, постарше к вам? То есть просто будет глупо, если мы будем это, как тебе сказать, ну, вдвоем садиться. Ну а что, вдвоем идем, вдвоем сели. Я тебе говорю, не по погоде оделся. Ну, я выходила здесь, была здесь рано. Здесь леопард, короче, а здесь... Это что? Медведь или что-то. А я не знала, как же такое может быть, ну, а? Ты, кстати, спасибо, что посетили. Очень приятно. Мы еще не все. Вы еще не все. Ну, да. Давайте продолжать. Слушай, а мы присядем к тебе на 5 секунд? Нет, присесть ко мне. Почему? Не нужно. Вы можете продолжить стоя. А мы стоя, да? То есть, да. Слушай, ну нам так неудобно. Ну, вы можете присесть. Смотрите, сколько свободных стоит. Не, ну мы хотели 2 секунды. Мы же к тебе. Ко мне? Да. У меня нет на вас времени. А, по-любому, то есть пивас важнее. Того. Не, ну просто пивас это немножко не мое. Нет, просто мы подошли тебе что-то хорошее сказать. Ладно, спасибо. Чувак. Спасибо за хорошее, чувак. Давай. Счастливо. И вам того. Хорошего дня. И вам. Если бы ты делал это один, то есть если бы она была бы с нормальными зубами. А, прям. Вот, не хотите, то... Давайте. Почему нет? Но здесь уже как бы не получилось вот так спонтанно, здесь прям подходишь и хуячишь. Uh-huh. А еще я тебе так скажу, девушки, пьющие пивас, ну, это как бы для меня вот табу. Насколько валить? Ну, мне я все тоже. Равно. Да не, я бы ну, не сказал. Ну, я тоже, короче, такой раз захлебываю. Слушай, пиво это вредно, взял такое, отобрал у меня. Ну, какое у нее лицо, чувак. Приближал? Не, она же отвернулась от тебя. Она куда голову. Она знала, что снимать нужно, она сделала вот так. Слышно или нет? Она знала, что ты будешь снимать и сделала вот такое лицо. А какое это лицо было-то? Ну у нее что-то не то с лицом. Ну как вот, зачем оскорблять человека на камеру? Что ты хотел сказать? С зубами. Ну как прошло? Сыкотно. Да. Мы оба ссали. Эти зубы на нас накинули. Класс. Как зовут? Галя. Денис. А у нас есть друг из Китая, его зовут Витя. Витя. Нет, ну как-то по-другому зовут, но он нам представляется Витя. А где учитесь? Что? Где учитесь? МГБУ. А на кого? Кого? Ну, кем профессия? Русский язык.
А вот, у нас, вот оно что, почему. У вас же нет буквы R, да, в китайском языке? Что? R буквы нету? R, R. Нет, нет. Доллар. И Витя смешно так, Витя говорит, знаешь как? Витя говорит, $1. Это маленький, это $1. Это вот так Витя говорит. Не, правда, вы можете сказать доллар? Просто интересно. Нет, это чуть-чуть трудно для нас. Офигеть. А мы тоже, а я говорил про баклажаны какие-то тогда. А как будет баклажаны по-китайски? Да, научите нас что-нибудь говорить. Little bit. Может быть, скоро поедем в Китай путешествовать, чтобы... Ну, баклажаны. 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 Это что? Баклажаны. Лада, седан. Ладно. Нихао. 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 Синьшиньчэн. Что? Синьшиньчэн. Не понимаю. Туалет. Сишоу-дин. До свидания. Что это было? Это были китайские женщины. Это просто, короче, я, чтобы нормально общаться, общаюсь сначала со всеми, чтобы так чуть-чуть разогнаться. Но она уже увидела камеру, поэтому сейчас это... А кто она? Тёлка. Не, ну это понятно. Женщина шикарная. Не, вообще общайтесь со всеми, там, с продавцами, с китайцами, с китайками. Бабушками, бабусечками. Бабушками. Здравствуйте. Вы отлично выглядите. Спасибо. Вы тоже неплохо. Спасибо. Вот даже от бабушек какая-то реакция. Мне больше всего бесит, когда подходишь к девчонке, что-то говоришь, и она на тебя, ну, как будто вообще тебя не видит. Да, помню. Такая, типа, ты чё? Ты как посмел вообще-то подойти, негодяй? Не, а бабушки, они более воспитанные, плюс они подумают, о! Ну да, кстати, и иностранцы тоже. Сейчас нам повезет, это Варик, да? Не надо. Так, ну вот тут точно что-нибудь можно найти. Ты общительная такая. Ее зовут. Кстати, довольно редкое имя. В последнее время, по-моему, да? Ну, не последнее время, и в мое время тоже редко. В школе не было. Какой-то странный этот самый. Человек. Какая-то. Нет, какой-то. Там был какой-то такой это самый. Какой-то. Это как ее называется, эта штука? Как Аваска называется. Меня Вова зовут. А я что, не представился? Нет, кажется. Ты прикольно. Денис меня зовут. Денис, Вова. Очень приятно. Здорово. Какая прям это. Какая? Общительная, своя, в кедах, вот смотри, видишь, да. Кеды у нее вообще, 40 там какой-то размер. Мы, у нас это, российский флаг, да, выстраивается. Белый, синий, красный. Встретил человека, который... Нет, смотри, белый, синий, красный, все как надо. Да? Как а прям, ты так сидишь прям, мне нравятся твои подмышки, вообще обожаю. Прямо это сам Россия. Сейчас, да, мы сейчас о важном. Я говорил, что обожаю женские подмышки вообще, в принципе. Это довольно удивительно. Да, и ты когда сидишь, демонстрируешь подмышки, можешь еще раз? Да. Ну, это важно. Теперь уже не могу. Не, ну надо было не говорить. Вот, и, блин, я, кстати, прям очень люблю вообще так. Это. Тих-сих, сразу бить, короче, прикинь. Эй, давай, поборемся. Да, дей, пацанчик. Ты такая интересная, хочешь пообщаться с двумя классными мужиками? Ты, в принципе, да, уже это делаешь. Не, мы сейчас просто идем на работу. Ты как серьезно, ты не поверишь. Все отдыхают, а нам приходится работать. А мы работаем. Я тоже вообще-то должна была работать вчера и сегодня, но я вот, короче. А кем ты работаешь? Официант. Офигеть. Ты вообще простая. Ты а можешь на минутку привстать прямо? Сейчас я встану. Нет, мы сейчас тебя потом обратно посадим. Это прям очень важно. Мы тебе даже поможем чуть-чуть. Не-не-не-не, сейчас. Офигеть, смотри, она мелкая. Мелкая. Ну это ж круто. Давай это, мы вечером увидимся с тобой. Ты возьмешь. Не-не-не, нам не надо ничего. Микки. Ты возьмешь подруженцию, и мы пойдем с вами так тусить. Ну будешь тогда ладно, одна. Нет, подожди, мы стоим, договоримся. Будешь одна, а мы будем вдвоем. Окей. Че, неплохо. Здорово. Прежде чем ты продолжишь смотреть этот видос, значит, новость следующего характера, накидал тут кое-что. Если ты не успел еще приобрести мою книжку, которая, как ты знаешь, не так давно вышла, и, соответственно, флешку с практикой, с видеокурсом практики,
то мы вот с моей командой открыли для тебя такую возможность еще ненадолго. То есть, соответственно, 15 июня эта возможность откроется. Будут открыты продажи и будут продолжаться всего 3 дня. То есть у тебя будет всего 3 дня, чтобы приобрести книжку, либо книжку с флешкой с практикой, либо отдельно флешку с практикой, с примерами практических заданий. Если ты уже прочитал мою книжку и тебе осталось только начать действовать, соответственно, вот отличная возможность приобрести флешку отдельно. По поводу количества, то есть у нас есть прям минимальная партия, 150 книг всего будет и 250 флешек. И, соответственно, у тебя будет 3 дня, начиная с 15 июня, чтобы это все заказать и приобрести. Поэтому, если тебе интересно, вот время еще есть, не пропусти. Как-то так. Итак, собственно, вот такая информация. Все подробности под этим видео по ссылке. Там написано подробно, что и как. Увидимся. Да я серьезно. Ты так коварно посмеялась. Телефон, Денчик, на самом деле, чем мы станем на задержке? Тебе даже не придется как-то по-другому подписывать? Да, потому что у нас нет нинф. Спонсор нашего этого. О, классный номер. Чем спонсор? Да ладно, реально? Ты запишешь мой. Правильно? Да, сейчас задребезжит. Ты где такой номер взяла? Это по акции, даже не покупала. Класс. А это тот чувак, который ходит на этой, на Арбате, короче, и говорит эти сим-карты, сим-карты. Нет. У которого, знаешь, давно. Блатные номера, там, за, да, которые, да, ты можешь пробки купить и... кладешь деньги, и они списываются они туда. Знаешь такой прикол? Нет, не знаю. Москва, чувак. Ну что-то это, не подключили. Не алло. Алло, алло, не алло. Алло. У тебя какой-то космический маленький телефон. Да, мне нравится. Меня. Похож на триммер. Не айфон. Нет, слушай, я еще раз вот тебе говорю, что это наоборот крутяк, ты олдскульный. Да, крутяк, не знаю. Так что, у тебя дошел вызов? Мы тебе когда будем звонить? Во сколько? Я не знаю, во сколько вы там. Давай мы тебе позвоним 8-9 и будем делать тебе кучу приятных штук. И что, какие планы? Мы же тебе говорим, будем делать тебе кучу приятных штук. Ладно, я, в общем, там буду, наверное, в парке Горького. Мы туда за тобой приедем. А ты как? Так просто... прикольно, когда рядом с губами. Я это самое, сейчас, там живу просто. Не-не-не, рядом с губами. Денчик, я сейчас давай туда иду, прощайся, собственно, сейчас направляюсь. Давай. Все, давай, хороший вечер. Все. Ну, в принципе, она была, ну, так, не сильно хуже той. Которая, она похожа на девушку, которая в этом, Леопардово. А, вот. А я чуть не спалился, я говорю, спонсор Ой. Нашего, хотел сказать, показывай. Знаешь, показывай. А вот, да, Вы натуральные блондинки? Не я, кстати, вопрос спросил. На засыпку. Чувак, блин, вот это мне зачем бесит. Зачем ты так, а ты не пячься, мутан, подожди. Можно мне минуту? Драгоценнейшего внимания. Внимание. Привет. Сейчас, ну ты можешь обратить внимание? Нет, ты такая важная вещь, не поверишь. Что же это там такое происходит? Чувак, это шмоточки. Короче, ну чего? Я поняла. Стой, тихо, сейчас. Туда. А мы сейчас вот хотели бы на секунду потормозить вас. Не-не, сейчас. А она главная, короче, да? Нет, она руководит. Она может 5 минут, почему не подожди, потому что... Ну, так а вы как-то вообще не реагируете. Да никто тебя не трогает. Дай бог, я туда пройду. Смотри, мы вот прямо да. У тебя такое... А что нет? Я тебе еще даже ничего не предлагал. Да ты надо, говоришь... Нет, Денечка, а я тебе ничего не буду предлагать. Это у нас принципы, понимаешь? Вот, во-первых, ты не сливаешься. Во-вторых, смотри, ну как ты издалека идешь, это заинтересовываешь. Она там типа не отвлекается на тебя. Ты говоришь там, ну, ты воспитанная там. Видишь, там эта пизда говорит, вторая, пойдем. Ты говоришь, это она у вас командует. Ну, то есть какие-то штуки такие применяет. Нам в ту сторону. Ну, погнали, Хасан, погнали. Хотя бы одну девку, у которой ты возьмешь телефон. Ну, это чтобы это они да. не писали под видео, знаешь, как обычно, что типа... А, типа там, не знаю, лузер. Бегаете за тёлками, вас, короче, сливают, и типа это называется пикап. Как-то она оделась, как будто ее из больницы выпустили.
Я к тебе. О боже, ты такой взгляд у тебя классный. Да? Вот такой открытый, прикольный. Как тебя зовут? Ты так прикольно реагируешь, что, что произошло? Ничего. Да? Мы сейчас познакомимся с твоей мамой. Меня зовут Денис. Очень взаимно. Как это самый интересный вопрос, который ты могла задать? У меня вообще всегда все отлично. Да ты не беспокойся, твоя мама придет, мы с ней познакомимся. Как бы это не проблема. Да я просто тебя заметил, смотри, такая жизнерадостная, клевая. Я думаю, почему бы не подойти пообщаться? Ну, это безусловно. Чем занимаешься? Ну, спрашиваю, чтобы тебя хотя бы чуть-чуть узнать. Мы видео снимаем. Ну, рекламу, клипы. Мы с командой своей. О боже, ты станешь знаменитой. Это невероятно. Да ты, не, подожди, ты на них не обращай внимания. Мы сейчас с тобой общаемся. А ты? Все уже можно говорить, чем ты занимаешься. Да ладно, серьезно? Действующая спортсменка или тренируешь? Вообще круто. Я сейчас возьму твой номер телефона. Если твоя мама придет, мы еще с ней успеем познакомиться. Мне расскажи, а что это для чего вы делаете? Это мы снимаем блог, я всю свою жизнь снимаю. Да, для какого передачи? На Первом канале. Да не буду врать, мы пока еще никуда не выкладываем. Да, потому что я учусь в школе в МИТРО, а вы спите. Да не может быть. Давай, короче, запишу твой номер. Потом пообщаемся. Сейчас, потому что времени не особо много. Спасибо. Смотри, да, это видео здесь ни при чем. Ну, как бы я просто снимаю все, что со мной происходит. Куда вы это выложите? Не, мы тебя не выложим. Ты как бы. Не, ну если хочешь, выложим. Это рабочая тема. Для другой снимаем. Но мы снимаем о жизни всякие сцены. Так, еще раз, Настя. Потом расскажем. Ты не помнишь, да. Даже это рили шоу. У тебя будет это так. Не, ну если не хочешь, можем не закрывать. Где твоя мама? Куда она тебя бросила? Да мы еще пойдем, потом позвоню, пообщаемся. Будем вместе, возможно, кататься. Вот так вот только подсекали парень, то уходит. Ты что ж такое-то? Так ты не переживай, я скоро позвоню. А у тебя купальник? То есть, смотри, ты подходишь, например, начинаешь вот за этими цветами с ними общаться. Если реакция нормальная, ты говоришь вот этой, например, которая там поинтересней, что давай я тебя вытащу. Вот. Ну и пытаешься. Уже палец. Да никто никого не палит. Да, что за паранойя? Ну и что, она подумает, что ты, короче, смотришь на нее. Вот. И, соответственно, вытаскиваешь ее в сторону и все. И там уже берешь номер телефона, все просто. Давай попробуем. Да она, блин, палила, что ты меня тут инструктировал. Нихуя она не палила. А потом я такой попёрся. Вот давай, Денис. Погнали дальше. Не, нихуя. Сейчас сам кого-нибудь замечу. Ты сейчас палишь, короче. Забегал. Нет, ты сейчас палишь камеру, да? Давай, иди уже. Быстрее, а то лучше ты с нами. Денис, да хорош. Погнали дальше. Завязывайся от меня, ты чё? Она ей вообще плохо не надо. Да блин. Не сюда, если она уже посмотрела. Да она не уже посмотрела, увидела. Блядь, чувак, ничего, кому ты нахуй нужен здесь, блядь. Давай. Вот так вот. Полила. Ну ты красивый. Как ты заебал. Чувак, хорош. Вот оно вот как происходит, да? Вот а как на тренинге обычно. Там она палит, она меня увидела. Ребята, они никого не палят, вам кажется.
Давай. Прикинь, вот та же история, она тебе денег должна, короче, и ты такой, хочешь забрать, и говоришь, блин, ну она же уже увидела меня. Блин, это значит, в следующий раз. Так нечестно. Ах, она, пойду, заберу бабки. Вот как бы, ребята, стоит 5 раз подойти. Сколько ему? 5 раз, наверное, я подошел. 5 раз увидеть больше. Кривое личико, такое типа, а что это? Чтобы потом на 6-й раз встретить такую позитивную, классную девушку и не, с ней на самом деле, пообщаться. Не всегда такая статистика, потому что тогда вы будете сразу искать 6-ю, ту самую. Вот. Не, иногда ну да, бывает, что не первая, знаю, все 5 там будут нормально реагировать. Но это известная тема. Иногда будет, что 10 и реагировать вот так. Но это такая как бы прокачка, закалка от отказов. То есть ты идешь, тебя сливают. Как бы ты ни выпендривался, что тебе все равно неприятно же, да, Денис, когда вот там какая-то какашка. Ну да. И ты при этом еще затратил ресурс, ты туда как бы что-то там закидывал, ну, какую-то энергию, да, и в итоге как бы тебе говорят, чувак, нет, меня зовут там. Это я к тому, что это, не останавливайтесь, не сдавайтесь. А с этой, вот вам, пожалуйста, девушка спалила камеру, хотя Денис, правда, занимается видеосъемкой. Ну, то есть, как бы, можно из любой ситуации вырулить. И ничего страшного в этом нет. Смотрите, то есть то же самое, как и в бизнесе, не знаю, в продаже. Там чувак, которому вы продаете, чем-то не согласен с вами, он говорит, все, я вас не беру, вы какие-то еще и рычаги применяете. Ну, то есть все очень сильно похоже. То есть продажи похожи на пикап, там, бизнес похож на пикап, то есть вообще, ну, как бы коммуникация с людьми похожа на пикап. Все очень взаимосвязано, поэтому предлагаю начать именно с этого. Вот, записывайтесь к нам на тренинг. Мы сейчас еще пока идем, кого-нибудь подснимем, тебя, да. Вот, сейчас к нам Серега еще подойдет, мы Серегу поснимаем. Вот, а так, ребята, записывайтесь, ссылка внизу под этим видео. Вот там, пойдем дальше. Пойдем.